Казахстанские дипломаты в Москве участвуют в первом неофициальном чемпионате мира по футболу среди посольств. Дружеская встреча на футбольном поле приурочена к стартующему следующим летом в России чемпионату мира. Первый матч с китайскими коллегами команда посольства Казахстана сыграла в ничью. Мы уверены, что такие турниры помогут ближе в неформальной обстановке дипломатам иностранных государств налаживать отношения и устанавливать самые лучшие и добрые взаимоотношения не только между профессиональными работниками дипломатических служб, но и между нашими народами в целом. Мы хотим, чтобы на футбольных полях, в общем-то, люди встречались почаще, соперничали. И, в общем-то, футбол – это еще и большой праздник. Поэтому многие сюда пришли с семьями, многие сюда пришли с детьми. Наша задача – показать, что Россия готова к проведению чемпионата мира.